Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Мотобустер, это рубрика «Спорт за сотку». А перед началом видео поставь этому видео лайк, подпишись на мой канал и погнали! Первым объявлением будет Kawasaki Balios 250. Это рядная четырехстволка 250-кубовая за 100 тысяч рублей. Так, за 100 тысяч рублей должен быть нормальный экземпляр. Ну, вижу я уже какой-то небольшой колхозинг в виде глушителя непонятного. Подскажите мне в комментарии, это родной глушитель или это колхозинг? Мне кажется, это какой-то колхозинг. Так, такого, мне кажется, должно, ну, не должно быть. Так, смотрим. Мод в хорошем состоянии, в рабочем состоянии. Очень резвый и громкий. За 3 сезона владения только радовал. Зимовал в теплом гараже. Видео работы по запросу. 100 тысяч рублей? Не знаю. Если он в хорошем состоянии, то тогда да. Если нет, тогда нет. Обменяю Каву за XR. Так, за 100 тысяч рублей. Так, ну, видон у него такой. Обмен на 4 ВД в приоритете Нива. Так, на 4-приводную машину, понятно. Ну, такое. Я бы не взял. 100 тысяч рублей все равно. Ну, хоть всего, но такое. Suzuki SV400S за 100 тысяч рублей. Ну, такой уже получше выглядит видон. Вид имеет, как говорится. Прикольненький такой. Мод в хорошем состоянии, доки есть, номера, 98 год, 53 тысячи пробега, масло новое, перед резина, все понятно, в компрессии в цилиндрах 1.12, поменены маслосъемные колпачки, едет бодрый 200 км, торг минимальный, срочно, в сезон будет дороже. 100 тысяч рублей за такой аппарат, мне кажется, это нормально. А мы переходим к последнему объявлению в этом выпуске, это Yamaha UBR-125, это можно сказать, отличный вариант для новичков. Он почти не ломается. У них ресурс двигателя где-то 50 тысяч километров без замены почти вообще всего. За 50 тысяч, может быть, если будете нормально ездить, то вы замените только, наверное, кольца и масло много раз. И все. За 100 тысяч рублей, если он в 3,5 тысячи пробег, идеальное состояние стоит на учете, небольшой торг. Это нормальная цена. Но он 150 стоит. А с вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи.